քննարկվեցին տարբեր հարցեր, ընդունվեցին որոշումներ եւ կուզենայի տեղեկացնել ամենակարևոր հարցերից մեկը, որ այսօր ընդունվեց եւ առաջարկվեց ռուսական կողմից ծրագրերը, ովքեր պատրաստվում են Եվրասիական տնտեսական միության երկրներում, կարող են արդեն մասնակցել ռուսական կողմի պետական մրցույթներին. Мы сегодня обсуждали вопрос о том, в каком формате мы продолжим свою работу, потому что это наше первое заседание, как сказал министр связи и коммуникации Республики Армения, и пришли к выводу, что имеет смысл подумать о том, чтобы формализовать нашу работу, и, наверное, на следующем заседании мы представим наши предложения о том, как мы будем двигаться дальше. Но самое главное, что мы договорились о том, что нам необходимо регулярно встречаться и обмениваться мнениями, и продвигать те вопросы, которые связаны с развитием информационно-коммуникационных технологий и с реализацией цифровой повестки на пространстве Евразийского экономического союза. Во всех наших странах постоянно растет количество пользователей интернета. Во всех наших странах постоянно увеличивается доля электронной коммерции. Мы все больше товаров покупаем через интернет. Мы все больше процессов переводим в электронный вид. Мы отказываемся от бумажного документооборота во многих отраслях. И вот задача нашей группы заключается в том, чтобы мы эти процессы также наладили и на межгосударственном уровне, чтобы можно было делать бизнес между нашими странами, продавать товары и услуги, в том числе осуществляя все взаимодействие в электронном виде.